Так, делаем блинок. Те штуки. Ну, резиночку посмотрим. Так, и снимем нижние. Вниз. И так далее. Уже вот так вот. Мы делаем сейчас кольцо. Теперь это одеваем вот сюда. Вот. Одеваем только на одну. А на другую пока что ничего. Мы будем зацеплять. Теперь сделаем большую вот. Вот это делаем вот такую штуку. Он делаем для ноги. Такого на размера ноги. Так. Берем вот эти резиночки, хотя нет. Вот этих побольше. Их много достаточно. Также одеваем одну. Так же, как мы делали, только она будет длиннее. Вы должны так сделать. Примерно 20 раз. И все. Ой, я забыла вам сказать, что надо было не 10, не 20, а 26. Ну вот, последняя штрих, ну и последняя. Берем лук. Кидываем на одну. На котором мы не надели, мы сейчас одеваем. Получается вот так. Хотя нет, спите. И делайте.
Вот. Зацепили. Сейчас сделаем цепочку между этими. Вот. Можем делать из таких же резиночек. И делаем 20. Фу. Мы делаем 10 штучек. Ну, я потом скажу, сколько. А то, когда я сделаю, я вам скажу, сколько. Потому что неправильно. Надо было сделать не 10, не 15, а не 5, не 10, а 15. Я уже сделала. Вот. Раз. В которую штучку мы здесь не делали, вот здесь вот. Вот в эту. Вот. Мы ее одеваем. И также одну перекидываем. Ну, резиночку перекидываем на второй ряд. И сейчас вот это вот. Что мы делали? Здесь тоже. Три штучки. Вот здесь. И получилось стадом. Да всего так быстро, но правде это лучше, чем на ноге получается вот так вот. А если на руке, вот так вот. Вот, смотрите. Это можно на мамину, хоть на чью руку. Получается такая красота. Если родителям, то мне будет вот так вот. А если детям, то вот так. Нормально. Кто не понравился, ставьте лайки. Всем пока-пока. Если кто-то придет к ребенку, будет иметь дело с нами.